как с вами себя вели, как с вами обращались, и вообще, ну, представились, когда вас сажали в машину, или куда вас посадили, как вы сюда попали? Насколько мне известно, нам сегодня пытались по-всячески сорвать нам пресс-конференцию. Мы, простые граждане, собрались, чтобы выслушать заявление судьи Кинжалиева. Нас хватали просто, подъехали несколько автомашин, полицейские автомашины. Вышли оттуда сотрудники, всех начали хватать в грубой форме. Да, они даже не представились, они даже не назвали себя. Они просто нас схватили как преступников. Нам, конечно, было страшно. Сколько было машин? Порядка где-то 6-7 машин. Легковых и автозак. Еще был автозак «Газель». Да. И, по-моему, там еще были спец... Да, они еще меня хотели посадить в «Газель», автозак, где там вот эти решетки были. Я говорю, что я вам преступница, что ли, вообще, вы что делаете? Потом одумались, а посадили на легковую автомобиль. Но там я видела еще спец... Ну, какие-то люди в спецформе, да, то есть да, там да, были там, не там только сотрудники полиции с закрытыми лицами. Да, еще были сотрудники СОБР, я так понимаю, потому что они там... Маска. Весь в черных масках были, да. С оружием, насколько я понимаю, спецсредства. Дубинки, да, были, кажется, я так поняла, у них были дубинки, даже были, наверное, оружие, я не стала обращать внимание. Ну, все так быстро произошло, я даже не смогла все зафиксировать. Там была страшная вообще, страшная картина, всех нас хватали. В черной маске. Даже женщин. Без объяснений. Без объяснений, да. Невзирая на то, что... Вот это...